Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 27 сентября, Православная Церковь празднует воздвижение честного и животворящего Креста Господня. В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит священное предание, крест был найден в 326 году в Иерусалиме. Произошло это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие – возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий. Оба события объединяют в названии праздника то, что обретенный крест перед народом воздвигали, то есть поднимали. Праздник воздвижения, посвященный кресту Христову, выражает литургический аспект почитания христианами Голгофского креста как орудия спасения человечества. Название указывает на торжественное поднятие креста вверх, воздвижение после обнаружения его в земле. Это единственный двунадесятый праздник, то есть один из 12 величайших праздников годового цикла, исторической основой которого явились не только новозаветные события, но и более поздние из области церковной истории. Рождение Богоматери, праздновавшееся 6 днями ранее, преддверие тайны воплощения Бога на земле, а крест возвещает о его будущей жертве. Поэтому праздник креста тоже стоит в начале церковного года. С праздником воздвижения креста Господня Православная Церковь соединяет благоговейное и благодарное воспоминание о самом кресте, на котором был распят наш Спаситель, и отрадно-грустное воспоминание событий обретения честного и достопоклоняемого древа этого креста Господня. В этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение честному и животворящему кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшие страдания ради нашего спасения. На этом кресте, по словам церковных песнопений, смерть умерщвляется и ныне пуста явися. На нем содела спасение предвечный Царь посреди земли, и им осуществлена вечная правда. Для нас же крест Христов – божественная лестница, ей же восходим на небеса. Спасительное это древо – оружие мира, непобедимая победа. По словам одного великого отца Церкви, крест – глава нашего спасения, крест – причина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и отверженными Богом, теперь приняты в число сынов. Через него мы уже не остаемся в заблуждении, но познали истину. Через него мы, прежде поклонявшиеся деревьям и камням, теперь познали Спасителя всех. Через него мы, бывшие рабами греха, приведены в свободу праведности. Через него земля, наконец, сделалась небом. Крест – твердыня святых, свет – всей вселенной. Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь зажегший светильник и поставив его на возвышение, прогоняя тьму, так и Христос во вселенной, объятый мраком, водрузив крест, как бы некоторый светильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содержит свет вверху на своей вершине, так и крест вверху на своей вершине имел сияющее солнце правды нашего Спасителя. Вот в чем является для нас крест Христов. И мы свято и благоговейно должны почитать и почитаем его. Каждый из нас всю жизнь свою освящает крестом и крестным знаменем. С раннего детства и до самой смерти каждый христианин носит на себе, на груди своей крест, как знамение Христовой победы и нашей защиты и силы. Каждое дело мы начинаем и оканчиваем крестным знаменем, делая все во славу Христову. Как такую защиту и охрану мы начертываем знамение креста на всем для нас дорогом и святом, и на своих домах, и на стенах, и на дверях.
крестным знамением мы начинаем день, и с крестным знамением мы погружаемся в сон, заканчиваем день. Теперь крест – наша величайшая святыня, наша слава, наш духовный всепобеждающий меч. И таким его сделал для нас Христос своей смертью и своими страданиями на кресте. Дорогие братья и сестры, сегодня также вспоминается представление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Совершается празднование иконы Божией Матери Лестнинская. Всех сердечно и тепло я поздравляю с праздником Крестовоздвижения, а именинников с Днем памяти Небесного Покровителя. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.